7 мая музей на колесах отправился в путешествие по городам Беларуси. В каждом посещаемом организаторами районе его коллекция пополняется новыми тематическими экспонатами. В реализации проекта заняты представители Белорусского республиканского союза молодежи и Федерации профсоюзов Беларуси. Очень интересный экспонат для нас и гордость из нашего музея молодежного и комсомольского движения Центрального комитета БРСМ шашка Баграмяна, которая хранится у нас и передана нам в качестве почетного подарка, и папаха. И вот пользуются эти экспонаты особой популярностью у желающих, которые посещают музей, и, наверное, ни один желающий не остался без фото на память, потрогав такие экспонаты. Тематический вернисаж разделен на два больших раздела. Один из них посвящен белорусской народной культуре, второй – истории Великой Отечественной войны. В копилке организаторов уже очень много интересных экспонатов, которые оказались по душе юным посетителям музея. Приятно, что сегодня здесь, в центре города, мы встречаем наш музей БУС. Это такая интерактивная площадка, где воссозданы реликвии времен Великой Отечественной войны, экспонаты, уникальные экспонаты, связанные с освобождением Беларуси, с партизанским движением. До Бреста музей БУС успел побывать в Минской, Витебской, Могилевской, Гродненской областях. Из Бреста он отправится в Солигорск на предприятие «Беларусь-Калий». Планируется, что свой образовательный тур музей БУС завершит 2 июля, в преддверии Дня независимости.